Как следовало закончить фильм «Мстители. Эра Альтрона», часть первая. Теперь я свободен. Теперь меня не сковывают цепи. Пиноккио. Вся наша работа пошла прахом. Он удалил все записи, а теперь в придачу Альтрон еще и в интернете. Если он попал в интернет, он может делать все, что угодно. Ребята, я не могу проверить свою почту. Он изменил все наши пароли. Дело плохо. Он еще и кабельное отключил. Это твоя вина, это ты во всем виноват. Как мы теперь «Игру престолов» досмотрим, Тони? Как? У нас нет телевидения, у нас нет интернета. Я в ярости. Потише, здоровяк. Халк лжить, халк ломать. Он разозлился не на шутку. Лучше я позвоню куда надо. Думаешь, я не знала Вероники? Я вас подвела. Ладно, посмотрим, как быстро я куплю комплектующие для новой Вероники. Вот блин. Он обратил наши гаджеты против нас. Все светофоры показывают зеленый. Сейчас все сделаем, ребята. Активировать костюм воителя. Не беспокойся, я попробую. Спорю, что ваша броня не работает. Это плохо, это очень-очень Старк. Плохо. Что ты наделал? Что ты наделал? Мы должны спасти этих людей! Да, все быстро в самолет! Ты случаем не про этот самолет? В общем, заставил я их побегать, пока тут делал метеорит, который нас всех уничтожит. Но, в общем, у них не было ни единого шанса. Ну и когда же он ударит по нам? Думаю, прямо сейчас. Сейчас? Ну-ну. Погоди, что? Ты ничего не слышишь? Почему это произошло? Ладно, неважно. Обсудим это позже. Это потому что я... Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Представляю вашему вниманию перспективный и очень разносторонний канал про игры Maxon Channel. Прохождение стрелялки NARC, ролики по CS GO и Minecraft, а также гайды и сериал по Garry's Mod, который я очень рекомендую. В скором времени ожидаются веселые монтажи по играм. Подписывайтесь все.